Говорить буду я, а ты слушай. Такси! Парень, которого вы сбили, шел меня убивать. Вы живой? Он мертвый? Нет, блин, он уснул, конечно, мертвый! Что в сумке? Ребят, я в курсе, что вы влипли и не знаете, как быть. Я угадала. Для тебя партия слишком большая. О, простите, мистер Пабло Эскобар. Добро пожаловать в Слайго. У вас в багажнике труп, и вы хотите смыться из города. Предупреждаю, у меня авантюрный характер. За нами гонятся священники? Они сами из себя не выстрелят. Гангстеры, священники-убийцы. Бог воздаст виновным. Главное, чтобы она не увидела наших дружков. Минуту назад вы еще шутили и улыбались. Все шло прекрасно, а потом... Бах! Руки на стол! Вынь ствол изо рта отца Наби. Это церковь! Не знал, что в Афганистане есть католики. У нее есть план. Не знаю. Так а мы в него входим? Разумеется. Пикси, что происходит? Куда теперь? К наркоторговцам? Да. Гарри, Рон и Гермиона у меня тут. Я перезвоню. Пока-пока. Их уличная цена почти 1 000 000 евро. Ты с чего взял? Я погуглил. Скажи, а ты долго думал или ляпнул первое, что пришло в голову? Дорожное приключение всегда приятнее, когда у вас позитивный настрой. А ты, я смотрю, шутница. Она та еще штучка. Да, она такая. Кажется, мы попали. Мы в полной. Пикси! Что бы ты ни выбрала, куда бы тебя ни занесло, надеюсь, ты будешь нарушать правила и устраивать беспорядок. Пападос! Знаете что, я бы ни с кем другим не поехал продавать наркотики с разлагающимся трупом в багажнике. Ах, отлично сказано, Фрэнк! Я сдаюсь.